Лурши прошли торжества, посвященные Оршанской иконе Божьей Матери. Икона была явлена чудесным образом в 1631 году при основании мужского Кутеинского богоявленского монастыря близ Лурши на берегу реки Кутеинка и стала почитаться небесной заступницей этой обители. Имеется множество свидетельств с помощью после молитвы к Божьей Матери перед Оршанской иконой, начиная с XVIII века. Так, во время мучительных исканий и сложностей с налаживанием издательского дела, оршанский печатник Спиридон Соболь получил от чудотворной иконы поддержку и утешение. В Оршанском Успенском женском монастыре хранился чудотворный список с иконы, и в 1842 году монастырь был переведен в реестр первоклассных в связи с многочисленными исцелениями больных от иконы. В Минском Свято-Духовном соборе также находилась копия Оршанской иконы Богородицы, написанная в 18 столетии в Московском Иверинском монастыре. 13 июля 2001 года святыня была передана в дар Витебской епархии митрополитом Минским Филаретом и была помещена в Ильинском храме Оршанского Успенского женского монастыря. 10 октября 2014 года икона была перенесена в Троицкий храм Кутеинского Богоявленского мужского монастыря. Редактор